Во вторник в Самарской области пасмурно, пройдет небольшой снег. Днем минус 6, минус 8, ночью 4-6 градусов ниже 0. Ветер южный, юго-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега. Днем минус 5, в темное время суток 4 градуса ниже 0. Южный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо и снег. Днем минус 6, ночью 5 с минусом. Южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег. В дневное время минус 7, ночью минус 6 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.